Здорово, камрады, продолжаем убежище 23. Мы немножко в прошлой серии умерли, немножко откатились назад, но ничего страшного, мы сейчас быстренько добежим до того места и все восстановим. Бам-бам-бам-бам. Ну, хорош. Вот он стоит, замаскировался. Иди сюда, все, готов. Ну, а раз он готов, как я красиво лицом словил ракету, а? Бывает же. Так, патрон для ружья, ага, за XSP. Запоминаю, может быть, пригодится, а может быть и нет. Закупаем еще раз патроны. Вообще, давайте, знаете, как сделаем. Да, жахнем одну консерву, пускай будет. Потому что здоровья у нас мало. Хоть будет шанс выжить. И побежим, значит, в эту сторону. Потому что мало ли тут что-то есть. Блин, ну мне определенно нравится, что наш герой стал более вынослив. Так, это для чего патроны были? По-моему, для тебя, да? Да, прекрасно. Тогда тратим пистолет. Давай попробуем пробежаться. Нам же, по сути, сюда нужно попасть. Нам не обязательно... Ах ты ж, собака, тут еще один. Да. Окей. Просто пройти не получится. Потому что тут еще одна скотина засела. Давай, стреляй свою ракету. Прям в лицо. Да как же ты так попал, а? Ладно, друг, я тебя расстреляю. Блин, почему у тебя нет слабого места? Где твое слабое место? Я не понял, а кто там со спины шмаляет? Никого нету. Странно, но я только что видел, как ракета пролетела вон в ту сторону, вон в то дерево. Окей, счет 20. Мало, это один патрон. Всего лишь один патрон. Вертолет. Вертолет, какая-то дичь, но это дирижабль. Межкосмический дирижабль. А куда мне нужно вообще? Не знаю, кнопка неактивна, ну и ладно, хрен с тобой. Так, энергия кончается, я предлагаю жахнуть рыбную консерву и пойти дальше. А это не кнопки, это пулеметы. Ну, не суть. Так, ящик, ящик, ящик. Это падло нас пока не видит, это хорошо. Это замечательно, патрон для АК. Еще более замечательно, потому что вот мы и восстановили, собственно, все патроны, которые потратили на это чудовище. Да, кстати, тут же секрет, и вот он. Это что такое? Индеспас. Да, скорее всего, канал кого-то еще. Бывает, 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 бывает. Побежали. Батончик, ну ладно, не суть. Ничего страшного. Стой. Фу, козлиная рожа. Заходим внутрь. Никого? Точно никого? Прекрасно. Ага, сейчас вот он спрятался. А. Слушайте, он какой-то прям лайтовый. Я думаю, можно фомку достать. И с помощью нее все разбивать. Ага. Вот она, собака сидит, а. Ладно. Все, больше никого нет? Нет. Пользователь Сергей. Инициализация блокировки. Видите код для блокировки лифт-туннеля? Софтлок. Проверка кода. Неверный. Повторите код. Мтра. Проверка кода верный. Так, это получается ААРТМ. Для активации лифта нужно ввести код. Ага, что проявление идет с маяка. Ясно. Так, тут у нас что? Ну, диска нету. Да, диска нету, значит, по монеткам. Консерва мясная. Ну, давай возьмем. Монеток не осталось. Вводи код. А, погоди, а как? Лифт заблокирован. Да. А куда мне нужно код вести? И как? Может быть, ты бьешь? Нет. Странные знаки, просто непонятны. А, слушай, может быть, ты? Нет, не ты. Кстати, шкафчики. Забыл, что их можно открывать. Но там ничего нету, к сожалению. Не знаю, может быть... Слушайте, а может быть, точно. Может быть, сюда? Побежали. Может быть, там эта тварь? Опа. Так, нас уже зомби преследуют. Ну ладно, пускай преследуют. Вертолет. Дверь не открывается, скорее всего, заблокированные звуки. Может быть. Блин, тут и робот идет. И робот стреляет. Батончик, серьезно, нахрен нам тут нужен? И зомби идет, и зомби стреляет. Ну ладно, зомби не стреляет. Это же у нас не фильм «Ночь живых мертвецов», или как он там назывался? А, «Земля мертвых», точно. Вот, там зомби могли стрелять. Слушай, погоди, давай так. Пока ты там тупишь, я тебя отсюда расстреляю. Ты же против? Давай, прицельно стреляй. Хорош. Уже сдыхай, а. Там, видишь, робот у меня целится. Так, ну что, робот, давай, твоя очередь. Секунду, только погоди, 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 не целься. А теперь поехали. Разберемся с тобой. Тихо, тихо, тихо. Слушай, не подходи ко мне. Поэтому не подходи, собака грозная. Все, готов, наконец-то, патронов нет. Печально, у нас для АК кончились патроны. Это прям грусть, печаль, тоска. Ну ладно, в принципе, в
принципе, что я надеюсь, у нас не будет сейчас особо жирных монстров. Тем более, в принципе. Тем более, вот патроны для АК, раз. Это пистолет, хрен с ним. Тут стоит обычный монстр, который ни хрена угрозы не представляет. Иди сюда. Раз, два, три. А, нет, представляет. Чуть-чуть угрозы. Но это чуть-чуть не считается, поэтому забираем монетки с него. И гасим вот эту дичь. Ну, прицелься. Да, прицелься, говорю. Маяк, маяк, маяк. А теперь на маяк. Второй этаж. Слушайте, а там есть что-то? Не знаю, но стоит проверить. Главное, чтобы никакая тварь из-за угла не вылезла. Потому что, если что, нам будет конец. Ладно, побежали. Если что, как-нибудь реагируем. Тут еще вопрос, сколько нам бежать? Ага. А это другое место или то же самое? Неясно. Счет один. Да серьезно, одна монетка там лежит. Это несерьезно. Походу, мы могли просто на лифте подняться. Добро пожаловать. Ну, попробуем, значит. ААРТМ. М. Все, пуск. Введите код. Сессия неактивна. Пожалуйста, введите код доступа к выбранному пользователю. Ну, я правильно все вел? ААРТМ. Может быть, тогда МТРАА. Команда заблокирована. Z, X и SP. SP. АА, РТ, М. Правильно? Команда заблокирована. Хорошо, попробуем тогда. Z, X, S, SP. Z, X, SP, MTR. MTR. MTR, АА. Ладно. Soft, soft, soft. Lock. Soft lock. По-моему, так. Да я не понимаю, что нужно делать. Бред какой-то. Ну-ка, что тут пишут? Серега, мы валим в портал. Времени больше не остается. Доступ к системе я тебе оставлю. Пользуйся. Твой блок системы выведен. Подключен. Но запускать портал связки будешь сам. Костюмов не осталось, но это уже твои проблемы. Пароль от аккаунта. Нацарапа на улице, чтобы не валялось все в одном месте. Кто не в теме, не поймут. Перепрограммируй все под себя, на твою учетку данных. Ясно, ясно, ясно. Нет, ну, думал я правильно. Думал я правильно, просто проблема в том, что я как-то неправильно ввожу. Вот это вот проблема. Что это? Включить, выключить. ZX. ZX SP. Да. Окей. Это было логично. Значит, включить, выключить. Кого я включаю, выключаю? Вот сейчас я это выключил. А что я выключил? Черт его знает. Ладно, пойдем на улицу, там посмотрим. Может быть, а может быть, да. Кстати, вертолет. Это не вертолет того черта, который там это пришел и сделал нам плохо. Лифт заблокирован. А почему? Я же только что его разблокировал. Где ты? Ну-ка, погоди, еще раз проверим. Так, доступ разрешен. А, доступ разрешен, точно. Теперь нам нужно ввести ААРТМ. Все. Прекрасно. Пользователь Сергей. Давай тебя включаем и помчали отсюда. Так, лестница нахер. Где лифт? Вот он, лифт. Ну, помчали в портал. Угу, угу. Слушайте, а костюма... Да, костюмов нам сказали, что нету. Что это? Лаборатория, портальная комната, текст зачеркнут. Дисочек. Слушай, дисочек, ну погоди. Дисочек, дисочек, вот. Доступ к лаборатории Теннет. Ясно? Обработка. Все обработалось? Да, все обработалось. Не знаю, текст зачеркнут. Этаж заблокирован. Портальная комната. Этаж заблокирован. Лаборатория. Ну, лаборатория. Этаж заблокирован. Для меня все заблокировано или что? А, все, я понял. Короче, нам нужно обратно на маяк. Теннет. Открыт на 1 час. Внимание, система работает в аварийном режиме. Использование ключей приведет к блокировке главного выхода. Также имейте в виду, что новый код будет сгенерирован через 1 час. Диск. Отлично. Есть доступ к лаборатории. Лиза там. Может быть, да вряд ли. Хотя, если сделали Лизой 3.0, то вполне возможно. Поехали. Так, портальная комната. Ладно, мы, короче, можем только в лабораторию. А, здравствуй. Опа. Стоять. Взять. Расстрелять. Тихо, не подходите ко мне, черти. Перезаряжайся скорей. Красота. Ну вот теперь можно и достать пистолет обыкновенный. И застрелить вот эту херню на потолке. Ибо нехер тут споры испускать. Так, готово.
Блин, а почему сохранение? Не понял. А ты чё встал? Я же тебя убил. А ты чё такой зелёный, а? Ребят, вы позеленели. Что с вами не так? Опа, патронов нет. Стреляй! Блин, Иван, ты мне немножко подводишь. Опасно же так делать. Да блин, хватит мигать. Ужас. Патроны для АК, спасибо. Патроны для пистолета, благодарствую. Где сохранение? Мне нужно сохранение. Да откуда вы лезете все время, а? Рыбоголовый. Так, все, надеюсь, вы больше не полезете. Не знаю почему, но я тут вижу упорную надпись «Аудио». Ну или «Адио». Ну, «Аудио» скорее больше подходит. Меня зовут Андрей Андреев. Эта запись будет напоминанием всем вам, чтобы вы помнили, общество, которое вы создали, обречено. Прощайте, жители этой планеты. Мы уходим в лучший мир. Мы создадим его заново, став богами там, где жизнь только зарождается. Мы установили стабильный канал связи с новым миром. Туда отправятся группы из каждой сопряженной реальности, чтобы воссоздать настоящий рай. Тут херова туча разных миров, из которых они будут вытаскивать разных людей. Ну, получается так. Но тогда возникает закономерный вопрос. А с чего вы взяли, что вы будете богами в этом мире, если вы можете быть рабами у тех, кого вы приведете из параллельного мира? Ну, из альтернативного мира. После того, как реактор остановит свою работу, портал исчезнет навсегда. Поэтому мне вас искренне жаль. Вы сами заперли себя в этом гниющем мире. Мне не страшно. Я преисполнен уверенности в будущем нашего нового мира. Ты, что читаешь это сейчас, я надеюсь, испытываешь боль от утраченной жизни. Мы переселяемся на другую планету, а вы умираете. Спасибо нашим коллегам из третьего мира. Они предоставили нам замечательную вещь, нити видных. Благодаря этим, казалось бы, миниатюрным организмам, мы смогли создать для себя все условия, чтобы подготовиться к переходу. Наш новый дом мы всем сообществом решили назвать Земля. Это молодая планета в мире, очень похожая на наш. На орбите там 9 планет, и мы со временем освоим их все. А, получается... Слушай, а вот это Земля, ну и название. Ну, прикольно, прикольно. Путь к новому миру. Окей. Так, микроволновка. Ничего там нету, тут тоже ничего. Ладно, пойдем посмотрим на Землю, на нового мира. Эх, прикольно. Дверь. Кстати, получается, что этот Андрей Андреев на самом деле никуда не отправился, потому что вот он в кабинете, там трупик лежал. Ну, вышел к нам. Возможно, кстати, это он и был. А возможно и нет. Ты что там сидишь, а? Сдохни. Это паук Синокосец, скорее всего, был когда-то. Вообще, в принципе, логично. Если это альтернативно похожие миры, то, в принципе, окей. Могут быть живые организмы, точно такие же, которые были и на Земле. Поэтому все вопросы к ракообразным паукам, синокосцам и всем прочим, ну, такое себе будет. Так что, как-то так. Кто не выйдет оттуда? Не, нормально все. Значит, счет, патроны. Ну и давай закупимся. Консервы, патроны. Так, возьмем консерву. И... Да еще одну, пожалуй. Так, что у нас тут? Тоже табличка. Да, тоже табличка. Бывает. Угу. Лесочек, сервера. Внимание, конфигурация была изменена принудительно. Права суперпользователя выданы пользователю Сергей. Время действия до перезапуска системы. Доступ к портальной комнате. Элеватор. Получается, мне теперь обратно нужно топать на маяк. Элеватор. На 1 час. Куда? К портальной комнате. Хорошо, поехали. Так. Портальная комната. Никого нету. Никто не увидит. Патроны для пистолета. Где патроны для ружья? Хотя, в принципе, логично. Какое нахер ружье, если это военные? Так, что это значит? Ясно. Треуголка, квадрат, кружок. Так, тут 4. А тут 6, даже 7. Нет, 6. И что вы значите? А, точно, я вспомнил. Это значит, тут был треуголка, тут был квадратик, а тут был кружок. О, хорош. По памяти нахер. Никто не выйдет. Надеюсь на это. А за что вы отвечаете, ребят? Что тут происходит? Что тут творится? Может быть, это портал? Может быть, да? Лиза, я иду к тебе. Почему трава растет на бетоне? Странно это все. Ладно, поехали. Блин, где мое сохранение? Дверь заблокирована, никак не открыть. Да ты гонишь мне. Открывай. Выламывай это все.
А, точно, мы в этом находимся, как его? В дирижабле. Ага. Ну и что мне это дает? Может, просто неудачная попытка? А, точно. Здравствуй, друг. Я достану пистолет, окей? Так и знал, что это ты. Где Лиза? Она вон там, в той клубе. С ней все хорошо, не переживай. Прежде чем ты что-то скажешь, Иван, это я, ваш информатор. Это я помог вам прийти сюда. Лиза, ты меня слышишь? И она слышит, но не ответит. Ее мозг сейчас занят вычислением маршрута. Какого маршрута? Лиза, что он с тобой сделал? Я в порядке, Ваня. Я рада, что ты добрался. Сергей, наш информатор, он и правда нам помогал все это время. И голос доносился откуда-то сверху, из динамика. О, так ты меня слышала все это время? Я чего молчала? Удивительная степень интеграции. Если ты хоть пальцем ее тронул, я тебе... Это ты напал на нашу машину? Прикинь, да, он ее пальцем тронул. Он ее не только пальцем тронул, а целой ладонью. Охренеть, да? Иван, остынь. Твоя сестра уникальна. В каждой вселенной, где я побывал, есть такие уникальные люди. Их еще зовут в шутку высшими. У нее замечательный дар, не без помощи. Правда, моя версия из этой вселенной. Ты псих, что ты несешь? Лиза, мы уходим. Уходим, конечно, не псих. Я бы назвал себя иначе, но не суть. В сияющем маяке, всем, включая твою сестру, были вживлены в голову специальные чипы с нейроинтерфейсом. С острова после диверсии сбежали некоторые подопытные, но выжила и приспособилась в итоге только она. Представляешь? Оглянись вокруг. Весь этот мир. Это полигон для экспериментов. Я не понимаю, чего ты хочешь? Уйти отсюда. Ваш мир очень скудный. Одна звезда, одна планета, пара спутников и никакого живого вокруг. Это, как я думаю, эксперимент, который скоро будет завершен. Я не хочу стать жертвой вместе с вами. Вся проблема в том, что после портального перехода кое-какие элементы системы выходят из строя, а также нужно напитать кристалл энергии. Ваня, прямо сейчас я подключена к интерфейсу корабля, а через него к порталу. То, что происходит в мире за пределами нашей планеты, невероятно. Наш мир крошечный в сравнении с тем, что я наблюдаю. Все сказанное Сергеем правда. Наше существование близится к своему завершению. Это последний шанс уйти. Эй, ты промыла ей мозги своей чушью? Лиза, он обманывает тебя! Нет. Нет же. Все не так, как кажется. Мое время здесь ограничено. Портал сам по себе лишь инструмент, и им можно управлять. Здесь, на этой планете, невозможно создать настоящий искусственный интеллект. Для этого, как сильно мы бы ни старались, он не будет обладать даже малой частичной необходимостью для управления энергией портала. А при чем тут мы? Ты похитил мою сестру, держал ее в заложниках, а недавно и вовсе пытался взорвать. Это был не я. Посмотри на меня. Я наполовину робот. Разве такое возможно в нашем мире? Вы только-только подошли к прологу изучения машин, а я уже машина. На вас напал Сергей из этой реальности. Сначала он мне помогал в подключении и ремонте, но когда он напал на вас, мне пришлось его устранить, так как его методы выходили за все рамки. Зачем тебе Лиза? Для управления порталом. В ее голове уже есть подходящий интерфейс. Я его только немножко доработал. Портал не существует в рамках математики, физики или чего-то. Можно посчитать или измерить. Через портал можно перейти стихийно, а можно контролировать переход. Я не хочу слушать весь этот бред. Верни мне сестру, и мы уйдем. Лиза, где ты? Мы уходим. Нет, Ваня, я не могу. Я уже не только человек. Я эволюционирую прямо сейчас. Становлюсь энергией воплоти. Нам нужно уходить через портал. Хочешь ты этого или нет, только так можно спастись. Давай просто уйдем, Лиза. Уйдем в Байконур. Там строят корабль. Он выйдет на орбиту, и мы будем жить там. Ваня, пойми, у них свой путь. Я вижу множество вариантов развития, которого они не лишены. Но нас там нет. Ни в одной версии реальности. Я не понимаю, что с тобой случилось? Сергей, открой мне проход к сестре, я... Все будет хорошо, Иван. Помоги нам уйти из этой реальности. Нужно запустить генератор на полную мощность и активировать самоуничтожение. Нам нужен всплеск максимальной мощности, чтобы переместить через портал весь корабль. Ваня, послушай меня. Сейчас очень внимательно. Наша планета гибнет. Это случилось бы и без заряжения... Это случилось бы и без заражения людей, нитевидными. Все это лишь инструмент, ходит буря миров. Веер будет разрушен. Уйти можно прямо сейчас через портал. Он открыт. Помоги нам. Лиза, почему все так? Потому что так было всегда. В разных версиях реальности мы с тобой погибаем на всех возможных этапах этого пути. Этот мир не единственный, в котором мы можем выжить, но один из немногих. Я прошу тебя, помоги. Ладно, черт возьми, ладно, что нужно делать? А вот это уже деловой подход. Иди к генератору, найди схему по управлению реактором, вставь максимальную мощность и бегом сюда, чтобы успел. Если не успеешь до взрыва, испаришься и даже не поймешь, что умер. В момент взрыва импульс будет достаточной мощности, чтобы нам хватило энергии спровоцировать переход через портал. И куда мы переместимся? В альтернативный мир. Я разблокирую тебе доступ к генератору, не подведи. Ладно, перенастрою реактор, а затем заберу сестру. Ладно, перенастрою реактор, а затем заберу сестру. Не заберешь. Слушай, а ты можешь мне дверь открыть, чтобы я потом там не шел?
сквозь вот это все. Открой дверь, эу. Ладно, хрен с вами, пойдем. Спасибо, сохранение. Вниз, середина, середина, вверх, середина. О, ящичек. Класс. Так, текст зачеркнут. А, ну, походу, сюда и нужно было. Да-да-да, вот реакторная. Точнее, не реакторная, но вы поняли. 7 монеток, никого, никого, никого. А, это вас нужно, все, я понял. Ну ладно, осмотримся вокруг. А хотя, с другой стороны, зачем нам осматриваться вокруг? Все уже решено, все уже кончено. Тут уже нечего. Тут уже нечего смотреть. Мы просто перейдем в другой мир. Только я не хочу становиться киборгом. Значит, вверх, середина, середина. Нет, подожди. Вверх, низ, середина. Середина, середина, вверх. И, по-моему, низ. Нет, последняя середина тоже. Перегрузка энергосистемы. Короче, я побежал, сами разбирайтесь. Я сделал все правильно. Так, то дальше не мои проблемы. Портальная комната. Побежали. Проверяем, проверяем, все правильно. Так, все, ребята, я иду к вам. Подождите меня, не забудьте меня тут. О, мне дверь открыли, спасибо. Я направил энергию, система перегружена. Давай, давай, сделай свой переход. Подтверждаю, я ощущаю приток энергии. Кристалл заполнен, остальное направлено в... Остальное направляю в портал. Ты вылезешь из этого резервуара? Вылезу, но не сразу. А ты в каком? А, это ты, вот. Сергей, если твой план не сработает... Сработает, не переживай. Я не понимаю пока что ничего, но очень надеюсь, что вы мне все поясните. Давай с тобой поговорим. Авария, портал. Лиза, ты помнишь, что случилось после нападения на автомобиль? Лишь частично. Помню взрыв, помню, как очнулся здесь, на кушетке. Помню, как видела другого Сергея, того, который был там, на острове. Его вроде как больше нет, ты сейчас в порядке? Теперь мне доступны многие знания. Сергей, хоть и выбрал тяжелый и жестокий маршрут, шел верной тропой. Да как же так? Как это может быть? Ты ведь столько раз говорил о нем. Ваня, ты многого не понимаешь, пока не понимаешь. Та версия Крамцева, которая осталась, мне нравится больше. Это так. Лиза, ты понимаешь, что там вот-вот рванет реактор? Понимаю. В момент импульса мы переместимся в пространстве между порталами. Или погибнем. Не погибнем. Я видел множество вариантов реальности, в которой мы погибаем. Это другой случай. Эх, не знаю, я перестал что-либо понимать. Ты здесь, говоришь со мной непонятно как. И мы на одной стороне с Крамцевым. Доверься мне, брат, это не тот Сергей, что раньше. Лиза выглядит спящей. Когда она говорит, голос идет откуда-то сверху из динамиков. Рот не шевелится. Ты сейчас подключена к порталу? Да. Что чувствуешь? Как это вообще? Я ощущаю мощь портала, его нарастающую силу. Частично могу контролировать его, точнее, указывать ему дорогу, по которой мы будем перемещаться. Пока у меня не получается понять структуру событий, не ориентируясь в линиях времен и развилках. Мне такое и подавно не понять. Куда мы теперь? Нужно двигаться в мир, где мы сможем существовать и дальше. А все люди, что уже прошли, куда они попали? Через портал прошло много людей, кто-то из них уже погиб. Их линии оборваны, кто-то жив. Отследить точку выхода я не могу, но модуляция была выставлена верно. Надеюсь, и мы, и те, кто останется на этой планете, выживут. Выживут, в каждой реальности выживают, а кто-то даже отыскивает порталы в других уголках вселенной. Дай мне немного времени, я пока просто не верю, что происходящее реально. Более чем реально. Так, ну в принципе все, мы с ней поговорили. Давай тогда с тобой поговорим и на этом закончим. Сергей выглядит отстраненным. Дирижабль, роботизация, Лиза. Ну дирижабль. Это ты построил дирижабль? Да, я посвятил этому большую часть жизни. Система на борту этого корабля умеет определять местоположение портала и способна подключиться к нему. Но для этого нужен мощный вычислительный блок и источник питания. В нашем случае это Лиза и реактор за бортом. Ее решение было добровольным? Абсолютно. Чтобы ты понимал, это не я наполнил ваш автомобиль. А кто? Это Сергей Крамцев, которого вы знали. Думаешь, если я не вышиб тебе мозги, то уже все? Смутно я в это верю. Иван, еще раз говорю, посмотри на меня. Я на 70% киборг. В вашем мире такое провернуть пока невозможно. А вдруг? Дубина ты. А где оригинальный Крамцев? Исчез в пламени двигателей. А что ты искал в нашем мире? Ты сотрудничал с ним, верно? Значит, и ответственность на тебе та же. Справедливо, но я не держу ответ за его поступки. И хоть он и является моей альтернативной личностью, все же я не он.
Даже если это и так, мы все равно здесь все заперты. Если я хоть на один миг заподозрю неладное, я тебя прикончу. Во-первых, не выйдет. Во-вторых, ты видел здесь пульт управления или руль? Как, по-твоему, происходит управление этой штуковиной? Лиза справится. Она уже подключена к системе. И то верно. Роботизация. Ты умышленно сделал это с собой? Разумеется. Там, откуда я, это уже норма. Изменять себя в угоду желаниям. Я вижу в этом лишь уродство. Кстати, да, я тоже вижу в этом лишь уродство. Вот, допустим, тоже киберпанк. Ну, условно, пускай будет игра или вообще в сам мир киберпанка. Я, честно говоря, не понимаю, вот... Нет, я понимаю, знаете, там, конечность заменить на роботизированную херню какую-то. Но вот когда у тебя в мозгу ковыряются, вставляют импланты там для зрения, для улучшения зрения, еще что-то. Вот это я не понимаю. Роботизацию и вот эту вот кибернетику в плане, допустим, в фильме как «Я робот», когда ему ставят импланты, и он как бы остается человеком. Но вот именно вот киберпанк, это просто отвратно. Я не понимаю, как люди добровольно могут с собой такое сделать. Хотя, с другой стороны, блядь, посмотря на наших дебилов, которые... Там пирсинг в носу, там, блядь, синтол в руках, там это, все, пятое, десятое, блядь. Невольно думаешь, что если будет киберпанк, блядь, они отрежут от себя все, что угодно, блядь, им подцепляют все, что угодно. Так что, в принципе, ничего удивительного. Это мой выбор, не тебе его осуждать. И что тебе это дает? Силу, способности? В первую очередь, энергетическую емкость для управления кораблем. Я все еще человек, но с полноценным нейроинтерфейсом. В моем теле два мозга, человеческий и вспомогательный, кристаллический, для подключения к внешним системам. Понятно. Лиза. Что будет с Лизой, если ее сознание не... Что будет с Лизой, если ее сознание не пострадает? Нет, с чего бы. Я, когда оказался в этой вселенной, предполагал, что она уже погибла. Но на мое удивление, она оказалась прямо тут, у портала. Ты знаком с ее версией из другой реальности? Иван, я говорю о том, что в моем мире тоже есть Лиза. И ты есть. И мы с вами прекрасно ладим. Работаем, осваиваем космос. Цивилизация людей заселена на нескольких планетах. Идет колонизация Солнечной системы. А когда мы освоили... Все пошло прахом. Из-за чего? Из-за того, что портал не разделяет миры на хорошие и плохие. При изучении технологий Вселенная подвергается большой опасности, так как на первых порах люди просто не знают, что их ждет на той стране. А также, кто может наведаться извне. Ну и портал. Как этот корабль использует портал? Сначала устанавливает с ним связь, прямой канал. При успешном соединении портал замыкается и ведет прямиком в комнату под нами. И наоборот, это стандартная процедура стыковки во всех мирах. Этот корабль я построил самостоятельно, и он использует технологии из разных вселенных. Это стоило мне больше половины жизни. Но энергии для перехода все равно недостаточно, верно? Все так. После портального перехода энергия в кристаллах иссякает, и приходится заряжаться с полного нуля. Если мир пребывания не имеет таких средств, зарядка идет через энергию портала. Но в этом случае есть риск случайного перемещения, так как энергия постоянно перетекает на стыки миров. Куда мы попадем отсюда? Сначала в пространство между порталами, а затем в новый мир. Новый для нас или для тебя? Это будет решать Лиза. Ей указывать я не в силах. Готовьтесь, энергетическое ядро вот-вот распадется. Я готов, вперед. Между мирами. Серьезно, мне дали... Серьезно, я могу полетать на этом дирижабле? На этом закончим сегодня, а завтра продолжим. Поэтому всем пока и до встречи.